Армянская кухня давно славится за пределами страны. Нет такого места, где бы не знали и не любили эти блюда. Сочный дымящийся шашлык, источающий умопомрачительный аромат. Запеченные овощи и хоровац, пропитанные вкусом и запахом костра. Тающая во рту нежная долма, приготовленная, кстати, без грамма масла. Об этих блюдах знают все, но многие ли их пробовали? В Риге уже давно огромной популярностью столичных жителей и многочисленных туристов пользуется ресторан «Ахтамар», который работает в столице уже 15 лет. И несколько лет подряд именно в дни города некоторые блюда от шеф-повара доступны и нашим жителям. Я хотел пользоваться случаем поздравить всем долгопрещенным с этим великолепным праздником. И я скажу, что мы уже работаем долго, уже 5-й год. Все всегда нас ждут, и каждый раз, когда после праздника города, очень многое звонят, хотят, чтобы мы здесь открыли армянской кухни «Ахтамар». Но я думаю, в дальнейшем мы это сделаем. А пока этого не произошло, Герам Авагян предлагает жителям и гостям города прийти в эти выходные к палатке ресторана «Ахтамар», где вам будут предложены вкуснейшие, ароматнейшие блюда армянской кухни. У нас есть два вида шашлыка по старинным армянским рецептам. Это свиной щенний карбонат и куриный окорок. Еще есть у нас хачапури, есть бастурма, который я сам сделал. Очень вкусно. Вот советую всем пробовать. Извините, что вот сегодня такой небольшой выбор, потому что всегда, когда мы едем работать, у нас очень большие очереди, а когда вот большой выбор, мы не можем быстро обслужить клиентам, да, гостям, да, поэтому мы взяли такой маленький выбор. Армянская кухня по праву считается одной из самых здоровых. Для приготовления блюд используются только самые свежие продукты и лучшие пряности, улучшающие обмен веществ. Кроме того, и этот факт особенно порадует девушек, следящих за фигурой, армянские повара практически не используют масло, а это заметно сокращает количество калорий. Армянские блюда всем придутся по вкусу, их секрет еще и в том, что готовят с любовью. Итак, только в дни города, в субботу и воскресенье, долгопилчан приглашают к столу кухни солнечной Армении. Палатка ресторана «Ахтамар» находится в парке Дубровина между фонтаном и вечным огнем. А для тех, кто не успеет продегустировать армянские блюда в Даугавпилсе, сообщаем, что ресторан «Ахтамар» находится в Риге в Верманском парке рядом с фонтаном.